Байден, атаки на Израиль осуществлялись с территории Ирана, Йемена, Сирии и Ирака. В субботу атаки на Израиль осуществлялись с территории Ирана, Йемена, Сирии и Ирака. Говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома. По его словам, Израилю удалось при содействии Штатов сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники. Он отметил, что по его указанию в течение прошлой недели военные США перебросили в регион дополнительные силы. В заявлении отмечается также, что атак Ирана на американские войска или объекты на Ближнем Востоке во время удара Тегерана по Израилю зафиксировано не было. Байден подчеркивает, что США тем не менее намерены оставаться бдительными. И хотя сегодня мы не видели нападений на наши силы или объекты, мы сохраним бдительность ко всем угрозам и без колебаний примем все необходимые меры для защиты наших людей. Говорится в заявлении американского президента, распространенном пресс-службой Белого дома.